Здравствуйте. Я что, улыбаюсь, я уже, наверное, 3-4 дубль делаю, все никак не могу прочесть вам этот стих. И меня часто спрашивают, что судим я или нет. Да, я судим, это, ну, не скрыть, вы, наверное, видите по новой наколках на руках. Вот. Я уважал и уважаю Царство Небесное Михаила Исаевича Танича, уважаю Михаила Звездинского, Сашу Новикова и много-много других поэтов, которые прошли эту школу. Наверное, эта школа нам что-то дала такое, такой толчок в жизни, что вот, ну, пишем мы вот так вот. И правду пишем, стараемся во всяком случае правду писать. Ну, я один из них, наверное. Вот я и пишу такие тоже стихи. Вот. Ну, слушайте, значит, что тут говорить. Назвал данный стих «Магадан». Ну, что сказать про Магадан? Все зоны, да людские судьбы. Здесь край такой, что глянешь вдаль, повсюду тюрьмы и колючки. Здесь стон людской по лагерям, и правды нет, как нету воли, и лишь собак конвоя лай, толя с хорухвия конвойных. Мороз у нас за 50, аж сопли к носу примерзают, а конвоир паскуда гад меня прикладиком толкает. Ах, сколько золота намыл для родины, державы нашей, вот если б мне так был бы я на Рокфеллера похожий. Мне сейчас сорваться на юга, отвиснуть с дамочкой хорошей, так нет, ведь для меня пурга. Да вы собак конвоя злобный. Ну, спасибо вам огромное. Оценивайте, ну, пишите свои отзывы на моей страничке Александр Назаренко, 54 года, Армавир. Пожалуйста, заходите, буду рад. Я вас всегда рад видеть у себя на страничке. Дай вам Бог здоровья. Дай вам Бог здоровья. Все-все.